Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дней спасения нашего главизна, утверждает Церковь о нынешнем празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня начало нашего спасения. Именно в этот день вспоминается, что когда-то, 2000 лет назад, был послан Богом Архангел Гавриил в небольшой городок Назарет к Деве Марии, сказать ей, что она станет матерью воплощенного Сына Божьего. То, что предсказывали пророки, то, что Господь Бог обещал человеку сразу же после грехопадения, исполнилось в день Благовещения. Но и это отправная точка того, что должно случиться в евангельской истории. И именно то, что нынешний праздник совпадает с крестопоклонной неделей, говорит нам самое важное, для чего приходит Бог в мир, для чего Царь Вселенной рождается в вертепе, в пещере для домашних животных, для чего Царь Мироздания умаляет себя до человека, именно для того, чтобы войти в итоге на Голгофу, на крест, чтобы, приняв смерть, победить ее воскресением. Именно для того, чтобы разделить с нами нашу жизнь и даже нашу смерть, смерть преступника, Бог снисходит в мир. И, конечно, понятно, что снисхождение Бога в мир для нас является возможностью, наоборот, взойти на небо, приблизиться к Богу. И Господь Бог, ставший человеком, ставший нашим братом по человеческой природе, недалек от нас в церкви. Более того, Господь и пребывает в церкви и ее таинству. Господь говорит о таинстве причащения, идущему плоть и пьющему кровь, во мне пребывает, и я в нем. Именно потому, что в день Благовещения Господь Бог благоволил стать человеком, мы имеем возможность приходить к Богу, невместимому целой вселенной, приходить в таинство и быть причастниками Его благодати. И всеми силами разума и души будем смиряться перед Его величием и благоговеть перед Его крестной смертью. И, конечно, на пути к Богу будем обращаться к Деве Марии, Пречистой Богородице, потому что нет ни на земле, ни на небесах никого столь близкого к Богу, как Пречистая Дева Мария. Именно ее святость, ее чистота, ее совершенная любовь привела Бога в наш мир. И если мы ищем Бога в нашей жизни, если мы стремимся Его любить, мы учимся любить Деву Марию Богородицу и учимся обращаться к ней с молитвой и просить ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Аминь!»